Сегодня Новосибирск принимает это второй всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов. И сегодня здесь собрались представители 24 регионов нашей страны, более 130 участников, которые будут бороться за звание сильнейших по шести направлениям. Это ландшафтный дизайн, агрономия, ветеринария, зоотехния, технологии переработки продукции и механизация. И мы узнаем лучших как по своей профессии, так и узнаем лучшую команду региона, которая самый, наверное, подготовленный сельскохозяйственный отряд.